Обновленную набережную реки Увать жители увидят уже в этом году. Участок продолжают благоустраивать в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Ход работ приехал оценить замглавы администрации Виктор Казанцев. Планы на этот участок немалые. Здесь появится велодорожка, две спортивные площадки, лекторий и фонтан. Работы выполнено уже много, что касается велодорожки, тротуара, лектория, фонтана. Мы сейчас уходим из земляных работ по погодным условиям, конечно. И поэтому на всех участках ведутся работы. Как только выйдем из земляных работ, мы сейчас начнем уже асфальтироваться на этой неделе к концу. Работы на всех участках ведут параллельно. Сейчас главная задача – выполнить асфальтирование, уложить плитку, и уже только после этого строители возьмутся за наземные объекты. А эти конструкции, по словам строителей, можно будет монтировать и в холода. Самое сложное было – это устройство велодорожки, поскольку она изгибается среди посадок леса, то есть лесопосадок, самое сложное. И, конечно, устройство фонтана, лектория. Здесь, потому что идут склоны, более-менее такие высоты очень плавающие. Специалисты уверяют, за 3-4 недели смогут заметно преобразить пространство. Стоимость реализации проекта более 27 миллионов рублей. Примерно 3 из них уйдет на установку нового фонтана. Деньги выделены на 2017 год, поэтому эти деньги мы должны на них выполнить работы и деньги заплатить за выполненную работу. Я очень надеюсь, что погода нам благоволит и мы все успеем сделать вовремя. Крайний срок исполнения – 25 декабря, но работы идут с опережением графика. Специалисты предполагают, что закончить сквер удастся до ноября. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.